Дорогие друзья, дорогой наш юбиляр, я не вижу его. Толечка! Толечка, я хотела несколько слов тебе сказать, и мой муж, наверное, дополнит тоже меня немножко позже, через минутки две. Мы имеем честь быть приглашенными на прекрасный юбилей к прекрасному человеку. Я не буду говорить стихами, потому что я не поэт, но все мое сердце сейчас поет, потому что 6 июня родился такой прекрасный человек, как Анатолий Бердин. И Сонечке такое дело счастье быть женой такого замечательного поэта, такого интеллигентного человека, такого прекрасного друга, такого красивого мужчины. И еще много-много-много очень, и вы все это знаете. Но в этот день мы хотим еще тебе пожелать здоровья. Пусть это банально, вот, но это самое дорогое, что мы имеем. Будь здоров, счастлив, полон твоих идей, чтобы муза никогда не покидала тебя, и чтобы мы много-много еще услышали твоих замечательных стихов. А вот сейчас мой муж, он возьмет у меня микрофон и кое-что скажет тоже, в дополнение. Нет, пока еще не понятно. Учусь. Толя, мы все думали, что же такое подарить. Это, как всегда известно, невозможно решить в нашем возрасте, у всех все есть. Надо что-то такое, что, ну, что-то такое, чего нету. Поэтому мы... это на самом деле... там прибор, который мы с Мариной сделали. Она купила новую себе такую игрушку, чтобы делать искусство. Это называется CNC-раутер. То есть это машина, которая может вытачивать детальки, может гравировать, может что-то делать. Мы решили ее испытать. Ну, я бы сказал, не на Толе, но на подарки для Толи. Вот, к сожалению, я думаю, что не очень у нас хорошо получилось, но мы старались. И я надеюсь...